Приветствую вас на своем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Об артистке последние месяцы ходили самые разные слухи. Прояснить не очень радостную ситуацию поспешил муж звезды, продюсер Иосиф Пригожин. Около года назад певица Валерия внезапно заговорила о завершении карьеры. Тогда супруг знаменитости, являющийся еще ее продюсером, воспринял эти слова в штыки. Иосиф Пригожин уверял всех, что у Валерии сейчас нет конкурентов на эстраде, а потому бросать сцену было бы странно. Спустя время стало понятно, что ничего в настрое звезды не изменилось. Исполнительница не держится за карьеру. Не так давно звезда отменила свои концерты на фоне неспокойных новостей в стране, и тогда многие поклонники забили тревогу. И, похоже, не зря. По словам Иосифа Пригожина, Валерия сейчас воспринимает свой успех как временное явление, но тем не менее готова в любой момент объявить об уходе. Такую позицию жены продюсер считает ее преимуществом. Тем более, что если Валерия и покинет сцену, то без дела она сидеть не будет. Супруга Пригожина является увлекающимся человеком, а потому скучать точно не станет. Она очень много и читает, и интересуется, увлекается языками, изучает философию. «Ей вообще не скучно самой с собой даже», – заметил продюсер. Не боится Иосиф Пригожин и того, что они с Валерией разойдутся в случае ухода певицы со сцены. Супруги вместе уже много лет, и связывает их далеко не только одна лишь работа. «Мы понимаем, что у нас одна лодка, один корабль, и мы плывем в одном направлении. У нас с ней философия схожа. Безусловно, мне не хватает той начитанности, которая есть у нее. Мы дополняем друг друга. Я торпеда в своей работе и также и буду продолжать», – признался муж певицы. К слову, в этом году Валерия и Иосиф Пригожин отмечают круглую дату – 20 лет совместной жизни. Многие удивляются, как этой звездной чете удалось сохранить брак. Продюсер же уверен, что никакого секрета здесь нет. Просто они с женой уже давно научились слышать друг друга, идти навстречу и чувствовать своего близкого человека. И, конечно, супруги доверяют друг другу. Так, на днях Пригожина спровоцировала на скандальное откровение известная журналистка Алена Жигалова в компании Анастасии Волочковой. В ходе беседы продюсер порассуждал о сексе с Ани Лорак, но при этом сразу обозначил свою позицию по поводу безусловной верности Валерии.